И снова лайв, прямой эфир. Спасибо, что вы с нами. Военное сотрудничество России и Китая – залог стабильности на евразийском континенте и за его пределами. Об этом заявил Сергей Шойгу. Он встретился с министром обороны КНР. В ходе встречи Шойгу заявил, военное и техническое сотрудничество России, Китая, Москвы и Пекина в первую очередь направлено на борьбу с терроризмом. По его словам, Россия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с китайскими коллегами в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Кроме этого, китайские партнеры готовы провести на своей территории ряд конкурсов армейских международных игр в будущем 2017 году. Ваша поездка в прошлом году по городам, предприятиям России, которые производят самую современную военную технику, надеюсь, была полезна и позволит нам продвинуться дальше в сфере военно-технического сотрудничества и обмена самыми высокими технологиями в сфере вооружений.